father, there's a side to me you don't know. Different to the child with the smiling photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers call my number when I'm sleeping at night. Привет, дорогие друзья. В сегодняшнем видео я хочу продолжить свое прошлое видео, в котором я затронул тему Стима и вообще как создать значки в Стиме, как повысить левел и так далее. В прошлом видео я говорил, что в играх ввели такую фигню, можно сказать, как карточки, игровые карточки. Вам дропается половина карточек, а половину вы должны или выменять, или купить, или так далее. Своими методами их достать. Сегодня я буду создавать значок из Доты 2. Вот. И вот тут чуть по-другому, как во всех играх. Значки, вообще карточки из Доты даются за покупки в официальном магазине Dota 2. То есть на определенную сумму вы покупаете вещи, там, я не знаю, ключи и так далее. И вам даются только карточки. Только по одной карточке. Вот. Вы можете их выменять у друзей или купить на торговой площадке. Такие варианты, как достать эти карточки. Я их постепенно купил на торговой площадке. И решил показать вам, как создать значок в Dota 2. Смотрим прогресс значка. Мы видим, что после того, как собрали все карточки, нам доступна кнопка «Создать значок». Первый значок, который вы создадите, это будет «Суппорт» 100 единиц опыта к левелу. Сейчас мы его создадим. Нажимаем «Создать значок». Видим, что у нас новых два предмета в инвентаре уже сразу. Так, смотрим. Мы создали значок. Мы получили фон профиля, смайл и купон на портал 2. Вот. Когда я создавал значки на летней распродаже Steam, то мне дропался фон профиля, смайл и карточка летней распродажи Steam. Ну а сейчас дропаются купоны. Итак, нажимаем «Просмотреть мой инвентарь». Смотрим, вот. У нас появился купон, появился фон профиля. И вот он, смайл. Вот, в принципе, и все, что я хотел показать. Спасибо за просмотр, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, пока.